Привет, народ! Или по-мужицки здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня я вам покажу крутой глич на копирование тачек, но без автомастерской. И если ты хочешь больше гличей, то поставь лайк, подпишись и напиши коммент, ведь наша цель 1000 подписчиков. Думаю, это нам посильно. Погнали! Итак, для глича вам понадобится гараж, также машина для копирования, в моем случае это вкачанная Иси, и бесплатная Легия, чтобы заменить ее на дюб. Садимся в Легию и выгоняем ее. Gave me this urge to leave all of a murk. My vision is clear, but my image is blurred. Started from nothing, I came from the dirt. Know that I'm going, but where I'm not sure, but remember the name. Далее через меню взаимодействия мы возвращаем свой транспорт обратно. После вызываем через механика машину для копирования. Теперь нужно доехать до автомастерской, но так как у нас ее нет, мы ищем рандомную мастерскую игроков. Но я это сделал с другом, чтобы нагляднее показать. Когда мы приехали, заезжаем в мастерскую и сразу выезжаем. Как только вы это сделали, возвращаемся обратно в гараж. После того, как мы приехали, вы можете наблюдать свой заслуженный дюб. Ну а на этом все. Если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Keeping it raw like sushi.